Отправляюсь. Сейчас я до речной доеду, проверю. Я говорю, NCL. Непонятно. Не знаю. Говорит, что венче. Мне красный-желтый. Ну вот, стой я, потому что только на Нахимовскую приехал. У меня он потерял путь. Короче, он все потерял. Тест. Пока еще неизвестно, сдал или нет. Ну, давай, посмотрим. Долго мне ставить под красный? Ну, подожди. Я не знаю, у меня РС красный, короче. Перезапусти, РС перезапусти. Нет, все равно НЧ. Короче, Смайл, мы тут, походу, надолго встали, там у состава проблемы. Ладно, сейчас попробуем. Ну, ладно, у меня сегодня никаких вариантов нет. Что ты говоришь, Смайл? Я. При всем никаких вариантов нет, нету с кабин деться. Ну да, у меня просто НЧ. Попала лампа направления, горит НЧ, хотя у нас все нормально. Хотя нет, у нас тоже ненормально. У нас впереди красный, а РС показывает 60. У меня впереди зеленый, а РС показывает НЧ. Сейчас, подожди, Смайл, повтори. На самой карте. Я говорю, сигналка, возможно, багнулась на самой карте. Ну да, сигналка. Ты туда сейчас проедешь. А, ну все, ты в принципе уже под качать стоишь. Я сейчас не помню, да. Ну да, сигналка погнулась. А у меня впереди зеленый, и сигналка ничего горит. Ну, я не знаю, но обычно на моем сервере, когда играешь, ну, аккаунты мы запускаем, мы просто карту заново ставим, перезапускаем. Потому что, ну, по-другому это мы не научились уходить. Может, конечно, можешь как-то? Можно написать команду метрострой лоуд, я сейчас попробую. Thank you.
подожди, у меня инче. Блять, а у меня инче зеленый. Вот, вот у меня зеленый, тоже зеленый инче. После перезапуска. Сейчас подожди, попробую, попробую что вернуть. Может, я еще раз перезапущу? Ну, попробуй. Ну, попробуй. Я попробую RS перезапустить вместе с LS. Перезапустил? Все равно че. Блин, у меня даже к поверметру нету доступа. Ну чё, по РП не более 20 поедем до депо, что ли, все? Походу на то. Но я сделаю проще. Как? Как проще? Без разрешения, блядь. Почему? Нет, ты выпил. Сижу. Все нормально. И что теперь? Слушай, ты там говорил, что Сетахман этого... Того, кого забанил, должен был разбанить. Это так или я тебе прям не понял? За оскорбление, которое улетел со мной. А кто именно? А, это принц. Наверное, я не знаю, спрашивал у него. Нет, я... Я насчет Сары... Я не хочу особо общаться. Насчет Сары я говорил, что я ему сказал, чтобы он тебя разбанил, так как я тогда не заходил на сервак. И он вроде бы тебя разбанил. Ну и то повторно. Ты тогда мне написал, что меня не разбанили, я типа спать пошел, потом я звоню ему, говорю, что за хуйня, почему он не разбанил, потом он зашел, разбанил и все.